А Его Величество Слово, сила и магия слов. Глава 3. Книги «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово был Бог. Жизнь и смерть во власти языка. Слабый пусть скажет, что силен, бедный скажет, что богат. Притчи царя Соломона. Один из офицеров в ответ на отданный приказ Наполеона воскликнул: «Это невозможно», на что Наполеон убежденно возразил: «Таких слов для меня не существует». С тех пор он часто повторял собственный афоризм: «Не нужны ни если, ни но, надо достичь успеха, и это все». А наши слова обладают животворящей, иногда даже магической силой. Слова заряжают нас энергией, придают уверенность, поднимают настроение, поддерживают, но могут лишать нас сил и уверенности и даже испортить нам настроение всю жизнь, а могут и создать. Благие слова несут преображение, благословение, изменяют судьбы людей и мира. Все зависит от сказанных слов, так как они формируют и создают наш мир, в котором мы и живем. Слова, которые мы используем в своей речи, управляют нашим мышлением, а наше мышление, в свою очередь, управляет нашими чувствами и действиями. Получается, что наши слова обладают силой изменять наши чувства и эмоции, в соответствии с которыми мы действуем, тем самым формируя, создавая нашу жизнь. А все великие учителя человечества знали о могуществе слова и учат, что слово, логос, должно нести только добро, радость, свет и вдохновение. То есть нести только то, что говорящий хочет иметь в своей жизни, так как все сказанное рано или поздно становится реальностью. А человек, который несет вражду, ненависть, ложь, речь которого наполнена ругательством, бранью и другим негативом, приносит в свою жизнь соответствующие события. Поэтому люди, знающие силу слова, очень внимательно следят за своей речью и за тем, что и как они говорят. А какие у вас любимые слова и выражения? О чем чаще всего вы говорите? О том, что вам чего-то не хватает, или о том, что вы хотите иметь? Какие слова являются вашими спутниками? Невозможно, это у меня не получится, это дорого, не знаю, не могу себе это позволить, у меня нет денег, нуждаюсь, не знаю. Или вы чаще используете позитивные слова и мысли: я могу, я сделаю, я реализую, у меня получится, я имею, скоро смогу себе позволить купить, все будет хорошо. И так далее. Одни считают себя успешными, ожидают хорошего, другие настроены пессимистично, ожидают худшего. И этот настрой, это состояние определяет, как вы будете реагировать и действовать в любых ситуациях. А от того, как вы будете действовать, зависит ваше будущее, ваше процветание, богатство и изобилие. Чем заняты ваши мысли? О чем чаще всего вы говорите и думаете? Такова и ваша жизнь. Разве не так? Что вы думаете о себе? Что творится в вашей душе? То вы имеете, такова и ваша жизнь.
Подумайте и убедитесь сами в истине сказанного. Оглянитесь на свою жизнь, и вы найдете подтверждение этому. Увидите, как вы навлекли на себя своими словами либо хорошее, либо плохое. Одна женщина, будучи очень состоятельной, постоянно говорила о бедности и нищете. И неудивительно, что в ее жизни произошли перемены. Ее фирма разорилась, и ей пришлось продать почти все, что было. К счастью, этот закон действует в обе стороны, верное и обратное. Человек, который действительно решил и утверждает, что богатеет, несмотря на видимое отсутствие этого, становится богатым. Говорил, что у него есть деньги, хотя это было всего лишь желанием, и деньги действительно появились в его жизни. Все, на чем мы концентрируем внимание, о чем думаем и говорим, умножается, увеличивается и растет. А то, что мы лишаем своего внимания, блекнет и исчезает. Это метафизический закон. Несколько десятилетий назад русский маг Вольф Мессинг продемонстрировал, как с помощью силы слова можно действительно творить чудеса. Он прославился тем, что мог проделывать фокусы, и удивительным было то, что в отличие от других магов, он не использовал никаких трюков. Про него узнал Иосиф Сталин и захотел своими глазами увидеть, что может Мессинг. Он приказал начальнику своей охраны послать письмо Мессингу, в котором говорилось, что в трехдневный срок он должен прибыть в Кремль, в кабинет Сталина. Но Сталин приказал не давать Мессингу пропуск и не пускать его. Он решил, что если Мессинг действительно великий маг, как о нем говорят, то он сможет попасть в любое, даже самое охраняемое место без всяких пропусков. Через два дня Сталин поднял взгляд от бумаг и увидел, что перед ним стоит некий человек. Сталин был абсолютно уверен, что совершенно невозможно попасть к нему, минуя охрану. Он немедленно вызвал охрану, многочисленные охранники вбежали в кабинет Сталина и окружили загадочного незнакомца. На вопрос, кто он такой, незнакомец ответил, что он Вольф Мессинг и прибыл по приглашению Сталина. На вопрос, как он смог пройти мимо охраны, Мессинг ответил, что сделал себя невидимым путем постоянного повторения слов «Берия, я Берия, я Берия». Он повторял эти слова до тех пор, пока сам не поверил, что он действительно Берия. Когда были допрошены охрана, то выяснилось, что мимо них приходил только один человек, и этим человеком был Лаврентий Берия. Интересный исторический факт, не правда ли? И замечательный пример проявления силы слов. Если очень сильный человек постоянно будет повторять, что он слаб, и поверит в это, станет слабее. Кстати, с помощью силы слов вы можете вызвать для себя желаемое состояние и создать любую внутреннюю установку. А установка вашего сознания – это альфа и омега, ведущие вас либо к процветанию и богатству, либо к неудачам и разочарованиям. Поэтому повторяйте как можно чаще, многократно, каждый день, вслух и про себя. Успех, процветание, удача. И вы почувствуете силу слов. Настраивайте себя на успех и процветание, и вы станете процветающим человеком. Многие любят обсуждать, жаловаться, рассказывать о своих неудачах и проблемах.
тем самым навлекая еще больше неприятностей. Некоторые постоянно говорят и думают о том, что как мало они имеют, что им чего-то не хватает, притягивая в свою жизнь еще большую нужду и бедность. И благодаря вибрационной силе слов все сказанное возвращается к ним. Наше подсознание воспринимает сказанное нами всерьез, буквально. Оно не понимает шуток, не соотносит наши слова ни с кем, кроме нас самих. Так банальное обсуждение кого-либо и негативные мысли, направленные на кого-то, они бедные, у них много проблем, в подсознании будет записано «я бедный и у меня много проблем». Наши слова воспринимаются Вселенной как просьба, и она спешит исполнить ее. Это один из великих секретов, которые необходимо знать. Думая и говоря о нехватке чего-то, появляется еще большая нужда. Жалуясь, что нет денег, смакуя свои чужие проблемы, в подсознании закладывается программа, которая и привлекает соответствующие события. А слова с негативным смыслом притягивают страх и беспокойство, провоцируют всевозможные неудачи. Одна пожилая дама пригласила мастера, который пользуется великолепной репутацией, поставить дверь. Наблюдая за его работой, она постоянно повторяла своему сыну: «Смотри за мастером внимательно, а то он криво поставит дверь». И что вы думаете, так оно и вышло. Поставленная дверь плохо открывается. Совпадение? Не бывает случайностей в мире причин. Великолепные отзывы о работе мастера, а именно в этом случае такой результат. Почему? Так она сама этого хотела. Это было ее желанием. Что заказывала, то и получила. Зачем же фокусировать свое внимание на негативе, бедности, трудностях и проблемах? Подумайте сами, если вы можете использовать свои слова и мысли себе во благо. Зачем применять эту великую силу против себя, привлекая бедность, болезни и неприятности? Вы можете создать для себя что-либо, если постоянно сосредоточены на том, вы не сможете создать для себя что-либо, если постоянно сосредоточены на том, что у вас нет. Вернее, вы создадите еще большую нехватку. Получается, если вы постоянно думаете о том, что вам чего-то не хватает, что ваша жизнь трудна, то ваше подсознание воспримет ваши мысли и слова как просьбу и спешит исполнить ее, и ваша жизнь становится еще труднее. Вы обладаете могуществом изменить неблагоприятную ситуацию силой своего слова и силой мысли, и тогда в вашей жизни появится вместо печали и тревог радость и уверенность, вместо нехватки и бедности богатство и процветание. На чем вы сконцентрированы, то и получите, таков закон. Поэтому приучайте свое сознание думать о процветании и деньгах только в положительном аспекте. И вообще думать о них не как о нехватке, а с позиции блага, того блага, которое они вам принесут, когда будут у вас в том количестве, о каком вы мечтаете.
Изменив слова и мысли, можно изменить жизнь и сделать ее такой, какой вы пожелаете. Для этого необходимо настроить свое сознание, мысли и чувства в соответствии с вашими мечтами и желаниями, а также изменить установку своего сознания и свое ожидание, и ваш мир будет меняться в той степени в соответствии с тем, насколько вы хотите его изменений.